Среди узников Дахау был пастор Мартин Немеллер. Это ему принадлежат знаменитые слова. Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Когда они пришли за социал-демократами, я тоже молчал, я же не социал-демократ. Когда они пришли за руководителями профсоюзов, я опять-таки молчал, я ведь не состоял в профсоюзах. Когда пришли за мной, уже некому было вступиться за меня. Пастор очень точно сформулировал главную проблему немецких демократов. Они не смогли объединиться, чтобы противостоять Гитлеру. Потом их объединил один барак в концлагере.